В продажу поступил 31-й номер газеты «Одесская жизнь». Как обычно, в газете много интересных, нужных и, главное, полезных публикаций. О том, что говорят эксперты и гости города о качестве отдыха в Одессе нынешним летом, газета расскажет в статье «Кто оккупировал одесские пляжи?». А в рубрике «Ненавязчивый сервис» «Одесская жизнь» расскажет, как оформить документы у нотариуса без нервов и за адекватную цену. Газету уже можно купить в супермаркетах «Копейка» и «Тавреве», а также во всех отделениях Почты Одессы и области. Не пропустите свежий номер «Одесской жизни». Читайте с пользой.